Хотя не исключено, что название города Руса и этнонима Русь могли происходить от какого-то одного корня. Еще менее вероятная догадка, которую высказал в свое время Михаил Ломоносов, а потом это было поддержано уже, можно сказать, в наше время Аполлоном Кузьминым, что Русь – это название жителей острова Руяна или Рюген, и что это балтские славяне. Тут непреодолимые просто противоречия с точки зрения филологии, фонетические несоответствия здесь полные, поэтому такая догадка тоже никаких оснований научных не имеет.